кто же это неуловимый, объявивший войну свиньям на дорогах? На, ты не доел! Мужчина, здесь нельзя оставлять машину, парковка чуть дальше. Иди нахер! Ты тачку перепаркуешь или мне тебе ее по частям принести? Слушай, извини, пожалуйста, я тебе позвоню. Артем, статус для новых отношений свободен. Кира, мне пофиг. Че, ты тебя раньше не видел? Ты че, ее парень, что ли, чтоб всех видел? Да? Настю ночью сбили. Она в реанимации. Вам надо успокоиться. Я спокоен, как удав. Это Сергей Полянский. Это известный бизнесмен. А с этим видео уже можно к ментам идти. Конечно, у них же его нет. Странно, что они дело не забыть, да? А я не говорил, что это видео вытащит из него деньги. Вы сбили девушку и скрылись с места ДТП. Человек может умереть. Мы все можем умереть. Ты знаешь, сколько стоит минута моего времени? А я трачу его здесь на тебя. Интересно, эта гнида о чем мечтает? Миллиарды грина и свое собственное государство. Государство? Короче, есть идея. Мне иногда кажется, Серега, что ты псих. Я умею управлять гневом. Ей нужна операция, срочно. Нужны деньги. Отсутствие у объекта успокоительного и полученная доза стимуляторов превращает его мозг в бурлящий котел мыслей и паранойи. А что за день такой сегодня? Я даю голову на отсечение, что ничего подобного раньше вам никто не предлагал. Погоди. Давай. Это так круто. Остров в виде сердца или жопы. Поаккуратнее с дозой. Смотри, чтобы весь офис ума не сошел. Все, он чокнулся. Ты что, совсем? Тихо. Это тренинг корпоративный. По управлению гневом. У меня будет ровно 90 секунд, чтобы перевести деньги на наш счет. А что, меня кинуть хотите? Неужели вы думали, что все ваши действия останутся без внимания? Что делать? Скоро будет биг бадабум. Слово «справедливость» для вас потеряло смысл. Никому нет до этого дела. Никому, кроме нас.